каждый раз белый маник делать или черный? Я вот сижу, опять не знаю. Я за белый маник больше, чем за черный. Вообще за белый. Белый очень красиво смотрится. Единственный минус, конечно, белого, что он желтеет быстро. Ну так как бы становится молочным. А вообще я черный лак почему-то не люблю. Хотя на короткие ногти красиво смотрится. Но светлый как-то всегда более чисто, что ли, руки выглядят. Мне тоже надо маникюр срочно. У меня вообще вон какая красота. Где еще? И вот тут такая же красота. Там, тут уже везде воздух у меня, я тут играю, то ногти сую. Туда ногти сую, у меня такая игра. Так, спасибо, делай, давай. Так, не хочешь, значит, на дом, будем планировать. Так. Почему всегда мало народу в эфире? Я не знаю, в последнее время люди не видят того, что я... Типа, нет, мне приходит оповещание. Я сделала белый и не пожалела. Так. Я думала, ты готовить маник собралась. И думаешь, шоколадный или обычный? Нет. У меня дома, кстати, даже духовки нет. Дверь закроем. У меня же так, да? Дверь открыта от шкафа, как будто я туда не скрыла. Здравствуйте, здрасте. Ты невероятно красивая. Спасибо. Я была невероятно красивая несколько часов назад. Это что у тебя? Это что, доченька? Это что? Это что? Цукини? Да. Мама. Я предпочитаю либо френч, либо красный. Я тоже очень сильно люблю френч. Я люблю френч, и люблю белый очень маникюр, люблю амбре очень, красный цвет, ну, впрочем, все. Я вот недавно пробовала сделать типа, себе серый маникюр какой-то, не сказать, что супер модно, супер круто, но мне вообще не понравилось, мне чувствовала себя очень дискомфортно, как будто ногти мертвой женщины, вот. Матовые ноготки любишь? Кстати, тоже ни разу не делала. А еще я очень люблю, кстати, очень люблю, но я его не делала уже года два. Как это называется сейчас? Подождите, я свою челку уложу. Очень люблю ядерно-кислотный зеленый цвет с стиркой. Очень красиво смотрится, такой прям яркий зеленый. Так, какой тональный от Yves Saint Laurent предпочитаешь? Я предпочитаю... Сейчас скажу какой. Вообще, я люблю кушон, если честно, Yves Saint Laurent, но там мне по цвету он не подходит. Поэтому я советую всем его. Вот. Салатовый, типа, нет, он такой прям ядерный получается. Прям ядерный, он даже не салатовый. Он какой-то ядерный салатовый, что ли. Вот очень люблю вот этот вот. Заскриньте. И второй еще Touch & Clad. Этот. А, это тоже все самое. One, один из. Короче, второй вот такой. Мама. Один вот такой. Вот эти я очень люблю. Нет. Что, доченька? Нет, к моей косметике не подходи, не надо. No, don't touch. This is my box. You can touch it. Так, не ставь его на пакет. Кстати, мне не на пакете, а мне на кровати просто он лежит. Сейчас. Как он, что такое? Да, доченька. Что хочешь, пойдем. Так, Таточка, а что можешь посоветовать тональные основы, недорогая, чтобы до 2000? Где? Да? Я не знаю, если честно. Но мне кажется, что за 2000 можно Yves Saint Laurent взять. Вот если золотая карта есть, или когда же нету, можно всегда в магазине попросить. Я думаю, что можно взять. 2000, за 2000 можно взять хорошую тоналку. Просто золотое яблоко сходи, в том же самом Yves Saint Laurent можно взять.
Так, я своей дочке тоже не разрешаю брать и трогать косметику. Но она мне столько всего сломала, что я не разрешаю. Но когда-то так сделала, у меня три сестры есть младшие, когда-то так сделали мои сестры. И я, конечно, там ничего не было детей, я не знала, что такое дети, грубо говоря. И я такая была злая, я вообще, я даже... Я не знала, как я их просто в голове своей тысячу раз, наверное, чуть не убила. А когда ты сделала Бетти, конечно, тоже была очень злая, но как-то более мягче, что ли. Как-то с умилением еще даже, как она сидела, что-то там малюкала на себя. Такая смешная была. Вот. Что с челкой? Я не знаю, сегодня первый раз уложила челку направо, получается, она у меня легла. Обычно она у меня... Слева всегда была, и мне даже немножко непривычно. Хотя, наверное, справа мне даже лучше. Как-то слева меня возраст, что ли, прибавляет. Расскажи, как поддерживаешь фигуру. Как и мы сели дома, я поддерживаю свою фигуру таким образом. Значит, два дня назад ровно, я ела. Утром крылышки, я так хотела крылышки, можно было с ума сойти из кафе. Я съела, значит, крылышки, бургер какой-то и картошку. На второй день, то бишь вчера, а в Delivery Club еще какая-то идет акция, что ты типа заказываешь один Big Mac, а второй подарок. Я вчера, девочки, съела, я очень люблю наггетсы, значит, я съела 9 наггетсов, кисло-сладкий соус, картошку фри, один Big Mac. Я сразу же, меня вырубило спать, видимо, потому что организму сейчас надо было это все переваривать. Я вырубилась спать, я, значит, уснула, просыпаюсь. Открываю глаза, смотрю, второй Биг Мак лежит, который мне достался бесплатно, который я бы никогда не заказала. Но так как он был бесплатный, блин, мне он достался, я тоже его сожрала. Вот так вот. Еще вечером ела тосты с авокадо. Так что вот таким образом я... Ну, конечно, смотрю, лях, уже чувствуюсь. Но нет, у меня уже ляхи выросли очень. Черт. Ну ничего, сейчас... Ну хочется почему-то сейчас жрать, неимоверно хочется жрать. Вот не знаю почему. Прям все подряд хочу есть. И сейчас еще несколько дней потерплю. А вчера еще, знаете, какой тест был с авокадо? Не просто тост с авокадо. Там был сыр, значит, на этом тосте был сыр рикотта. Потом сверху сулугуни жареный. Потом сверху адыгейский тоже жареный. Он так прикольно поджаривается, как тофу. И потом сверху авокадо и крабовые палочки у меня были. Поэтому даже не знаю, что сказать. У меня через 4 дня через 4... Начну, даже если на карантин все закроют, начну ходить по лестнице. С 1 по 30 этаж, или сколько тут у меня этажей, не знаю. Ногти всегда короткие. Да, у меня всегда короткие ногти, то для меня это сейчас уже длинные. Они у меня очень быстро растут, но мне надо их отрезать нафиг. Я люблю еще короче. Такая же беда. Не знаю почему. Наверное, потому что скоро жрачка закончится. И я... Что, доченька? А еще знаете, что я не могу понять? Почему все бегут реально в туалет? Я не могу понять, почему реально беда с туалетной бумагой. Какого хрена все ее так скупают? Ну, такое странно, конечно, будет. Ну, вот у меня просто дома биде. Всю жизнь я как бы пользуюсь биде. Почему такая мания на бумагу, не понимаю. Мама! Что, доченька? Надо включить, на зарядку поставить. Да? Да, только подожди. Так, тебе не стыдно было перед Русланом вставать раком для видео? Вроде взрослая женщина. Слушайте, это самое популярное видео в ТикТоке. Я делаю контент. В чем проблема? Не понимаю. Что я должна стесняться или чего я должна позориться? Так, и у меня... Ну, я тоже так не знаю, не понимаю эту проблему. Ой, какой-то волос у меня тут. А, это мой. Я подумала, это чей-то чужой волос уже. Че, кого-нибудь добавим в прямой эфир? Блин, один раз у меня была такая Зайла, жалко, я даже забыла, как ее зовут. Кто хочет в прямой эфир, добавляйтесь. Говорят, чтобы не обосраться. А зачем, когда... Что лучше, чем жопу помыть, когда обосрался? Зачем ее подтирать, блин?
Так, ты похожа на трансвестита. Я сейчас... Слушай, мне очень жаль. Я, конечно, понимаю, что ты очень хочешь, чтобы я была трансвеститом. У меня, если был хуй, я обязательно тебе дала бы пососать. Но, к сожалению, как тебя там зовут? Гаринова, к сожалению, не могу тебя таким обрадовать, у меня его нет. Очень жаль, конечно. Вижу, что ты очень хочешь, но прости. Таточка, привет. Смотрела твой эфир, где ты рассказала, как все в последний раз... А, как все пережила на Сейшелах. Какая ты молодец, что ушла из тех отношений. Рада, ты достойна лучшего. Так, вы с Русланом... Мы никогда в жизни с Русланом не были вместе. Мы просто работаем вместе, снимаем видосы. Вот у нас еще на следующей неделе выходит общий видос. И... Ну, то есть в неделю один видос выставляется. Так. Так. Вымрем все, зато жопа чистыми. Жопа чистая только когда ее моют, а не когда ее туалеткой подтерли. Так. Индеец в прямом эфире. Да, я его помню. Кстати, второй раз, когда я ему позвонила, я вообще случайно туда попала. Это, знаете, это как прикол какой-то в интернете есть, где написано, что как пришел к нам коронавирус, неистово хочется жрать гречку и срать. Так, ты так быстро прилетела в Шри-Ланок. Да, слушайте, я боялась, что меня потом не выпустят, не дай бог. И купила билеты заранее, чем, ну, планировалось. Вот, и прилетела раньше в Шри-Ланок, чтобы меня там никак, не дай бог, не задержали. Теперь мне надо было улететь в Америку, но так как я потеряла, не могу найти Беттин загранник, не могу найти Беттин на свидетельство о рождении, что самое, кстати, главное. И хрен теперь знает, насколько мы здесь задержимся. Конечно, для меня, наверное, с коронавирусом самое страшное. Чуть болезни я не боюсь. Боюсь. Я только боюсь. Так, Лойза. О, да, я в Москве никуда не могу улететь. Я хотела улететь в Штаты, но у меня это не получается. Теперь, когда это будет, хрен его знает. Как ваша мама? Слушайте, все нормально. Мама... А что с вирусом? Ну, вот, что вируса бояться? Главное, чтобы митинга не было. Но это уже, так как у нас скоро выборы, митингов не будет. Люди будут сидеть в туалетной бумаге, блядь, и думать, что у нас ждет коронавирус, что мы все сдохнем. А на самом деле сейчас быстренько все пройдет, митингов не будет, президента изберут нашего, Путин будет до конца наших дней. Не зря я мечтала с ним фотку. Когда-нибудь я прям мечтаю с ним сфотографироваться. И себя в спальне повешу вот здесь наверху. Вот. Ну и чтобы проблем не было, поэтому всех сейчас напугали коронавирусом. И все. Что сказала, сейчас сама не поняла. Потому что плохо сформулировала. Точнее, в голове поняла, но слова как-то не очень подобрала. Валера уже забыл про батю, строит любовь. Та-ра-ра-ра. Так, ну что, кого-нибудь добавим? Нет. Есть точка на указательном пальце. Массировать по часовой стрелке снижает аппетит. Я не знаю, поможет ли это мне такое. Зато я знаю, что по часовой стрелке, но если обожрался, надо вот так вот животик, короче, 100 раз в левую сторону и 100 раз в правую. И вот все у вас пройдет. Проститутка, ты проститутка, блядь! Кто-то пишет, Лиля Гегис. Вы все слышали, блядь, она проститутка? Пиздец, аж 3 раза написала подряд. Так. Че еще отчебучит? Так, меня. Ну давайте, я не вижу. А нету всего лишь 3 человека в запросах. Кидайте запрос.
Так, у вас есть знакомые с Китаем? Вроде мама там живет. Что она говорит? Да, моя мама живет с Китаем. Слушайте, у них уже все нормально. У них все нормально. В Америке полная жопа. В Америке вообще полная жопа. Вот. А здесь, в Москве, у нас всего лишь как бы 100 заболевших, поэтому хрен его знает. Так. Сейчас будет не коронавирус, блядь. Мы все сдохнем не от коронавируса, а из-за того, что жрать будет нечего. Вот, потому что сейчас кризис как настанет, и люди все обнищают. И так нищие. У нас так вся страна нищая практически. И так еще больше обнищают. И вот от этого умрем. Поэтому все, видимо, мага своих жали. Но зато туалетка у нас будет до конца дней. Скоро Зева купит Google, я так думаю. Так, сколько весишь? Понятия не имею. Кстати, надо купить батарейку, вот эту круглую себе в весы. Иначе без весов я теряю контроль. Я обычно всегда взвешиваюсь каждое утро, типа, и потом я знаю, что, допустим, сегодня я 53 700, если я там мало поем, то утром я буду 53 200. А сейчас я ничего не взвешиваю, поэтому как просыпаюсь, вот ведь просыпаюсь 53 700, ложусь спать, просыпаюсь уже 54 300, потом опять ложусь спать, уже просыпаюсь 54 800, ну и так по накатам. Ой, нифига себе, какая маска, подождите. Ой, вот это ужас, вот это колхоз. Ужас, страшно. Дайте какую-то маску сделаю. Нет, так тоже какая-то не очень, да? На инопланетянина похоже. Ну, вроде красиво, но в то же время некрасиво. Или красиво. Нет, глаза слишком большие. Нет, некрасиво. Женщина умерла в Москве, не от короны, а от тромба оторвался. Да даже если от короны, там все говорят, что от короны, типа, умирают только старики. Ну вот старики, фу, ужас какой. Старики-то, понятно, у них иммунитет слабый. Ой, это от музыка, знаете эту музыку? Так, подождите, ладно. Ой, давайте... Ой, блин, как прикольно. Так, давайте вопрос-ответ поиграть. Ну. Start think about yourself. Так, ну, я не знаю, есть такая же на русском? Нифига, какие у меня бешеные стрелки. Картули, харки... Ой, какой ужас. Я так люблю загар. Когда человек загорел, он красивый. Когда человек вот не загорел, ну лично для меня. Вот это я. После коронавируса. Кстати, туалетной бумаги у меня нету. Я ее сожрала, блин. Так. Кому надо, как бы, экспресс-макияж, обращайтесь. Я пока тут сижу дома, я вас всех научу, как надо жить, как надо краситься вообще, как надо нормально жить. МКФСИ. И так вот чередовать правильно, главное. Так, в какой стране мечтаешь жить? Я не знаю. Там, где побольше еды. Я думаю, что в Америке. Что ни день, то бургер. Бляха-муха, я теперь невеста. Я первый раз просто по такому. Я даже не знала, что у меня такая маска есть. Ёкарная папа. Это мне рыс. Хотела сказать рис. Рыс, это мне. На счастье, чтобы жизнь у меня была благополучная, чтобы на коронавирусе. О, слушайте, какая хорошая свадьба. Сейчас надо всем свадьбы играть и рис ловить.
Ой, ты, божечки мой. Все, я опять невеста. Это я, бля, ваш вирус. Привет. Что, дочка? Мамочки, привет. Мамочка меня целует. Твоя подружка твоя маленькая. Спасибо. А я не хочу с подружкой целоваться. Она грязная. Она на балконе валялась. Да, она на балконе валялась. Лучше единорога принеси. Не. Блин, я хочу такие веснушки. Хочу такие веснушки себе. Что-то эфир заглючил, потому что сейчас мне сообщение приходит еще. Здравствуйте, Лойза, привет. Я ж приветик. Нет, с веснушками мне нравится больше. Хочу, чтобы у меня всегда вот такой цвет кожи был. Я хочу вот такой вот цвет кожи иметь. Веснушки вот такие хочу. Собирались быстрее, его в продаже нет. Так. Как дела? У меня все хорошо. Привет, как ты? Ты в Москве? Да, я в Москве. Не могу улететь. Учишь сегодня? Я сегодня очень молчаливая, наверное. Грустно мне. Знаете, Так говорил Лермонтов, между прочим. И скучно, и грустно, и некому руку подать. В минуты желание, что пользы напрасно и вечно желать, а годы идут, и все лучшие годы. Так у меня чуть-чуть хорошо, что у меня маска была, потому что пока я так с выражением читала стишки, у меня чуть сопелька не вылетела. Я ее успела поймать. Так, давайте эту маску уберем. Мне цвет очень нравится, но она слишком неестественная. Не было бы вот этих ресниц беспонтовых. Вот это я понимаю. Берешь. Я же должна знать, за кого я замуж выхожу. Точнее, кто мне замуж выйти предлагает. Ну и что ты не берешь трубку? Все, мой поезд ушел, ты хочешь сказать? Таточка, ты вирус, заражаешь своей энергетикой. Люблю тебя, спасибо большое. Так, мне тут замуж предложили, а сейчас... Нет, это ужасный фильтр, у меня губы как реально... Вот мне часто говорили, Тат, что ты с собой сделал? У тебя губы как жопа обезьяны. Ну прям, вот эта жопа... Вообще далеко не губы, это губы не жопа обезьяны. Так, пока маленькая макаки. Да нет, у меня, кстати, не очень большие губы, я считаю. Не так, у меня какие-то глаза огромные. Вот так осталось. Мальчуга на этого не выходи. Так. Так. Привет, Таташка. Привет. Мне пишут. Вот, привет, Таташка. Иванова, привет.
Что-то мне не нравятся эти маски, ни одна не нравится. Тут вообще стрёмно. Все. Все пошло плохо. У меня будет маска рыдалица. Хотела бы жить в Америке. Ну, и мне вообще без разницы, где жить другие полгода. Я хочу полгода жить в Москве, полгода в Америке. А это не тебе сейчас, iPad, это мама сейчас себе включила. Значит, нет. Пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Это у тебя что, слезки? Нет. Это слезки у тебя? Нет. А что это? Вау, какие у тебя глазки. Смотри, какие у тебя. Смотри, какие глазки. Вау. Тебе идут стрелки, доченька. Вырастешь, будешь стрелки краситься. Да. Да? Ну, я опять. Ты же любишь краситься? Да. Да, ты любишь краситься? Ага.